Ребят, всем привет! Мы приехали понырять на озеро и на дно нашли, мне оно кажется симпатичным, а Саня вообще ни в какую не хочет лезть в эту воду. Говорит, что нет, тут ничего не будет, тут рыба не водится, короче. У него есть такой закон, типа травы нет, рыбы нет. Вся рыба в траве. Нечем питаться. Которая... Так она просто не выросла, весна же еще. Ну, может быть такое? А рыба-то где-то она должна обитать? В глубине где-то. Будем искать в глубине? Ну весной вот так попробовать озерцов, вот снаряги. Да? Вроде классно. Погода прекрасная. Ну, поэтому я считаю, стоит. Ну. А вдруг еще что-то будет? Ну будет классно. Все они еще расстраиваются, что щуку бить нельзя. Говорят, сейчас увижу на 10, а стрелять нельзя. Но он заобнимает ее. Передеваемся. И ныряем, сейчас вы увидите вообще, был ли смысл сюда лезть или нет.
закончилась охота. Я на берегу. Охота была просто бомбическая. Для открытия сезона это просто отлично. Да, я вылез без рыбы, но я мог конкретно много настрелять щук. В озере просто очень много щуки. И щуки были крупные, то есть там, не знаю, полторашки, двушки. Ну, то есть для такого маленького озера, лесного, в котором всего 8 гектаров, здесь огромное количество щук на квадратный метр. Также видел много крупной плотвы и красноперки. Да, провел еще спасательную операцию. Плыву под водой, ну вы видели. Щука стоит на меня, смотрит и не двигается. Не понимаю, почему подплываю, она в сети. Такая килушка, может кило 200. Пришлось ее спасать. Пришлось порвать сети. Сети порвал, выкинул их на берег. Сначала поближе, потом понял, что может вода, не знаю, там подняться. Они опять окажутся в воде, выкинул далеко на берег. Щуку пытался оживить, жабры двигаются, вроде дышит. Она себя так загнала, сильно пыталась вырваться, у нее все пережато тело. Может быть, она уже там несколько дней. И не знаю, наверное, она не выживет. Но я ее оставил, брать не стал, потому что надо ждать ей хоть шанс, блин. Потому что она так и бедная намучилась. Короче, открытие удалось. Саня еще плавает, не знаю, что у него. Мы ожидали встретить карасиков или линей, этих рыб не было, но в остальном все отлично. Прозрачность просто бомбическая. Короче, ну чистый кайф. Вон Саня плывет, сейчас узнаю, как у него дела. Была рыба, Саня? Как отплавал? Да, рыба была, озеро прекрасное. Прозрак хороший. Солнце село, стало так не очень. А так здорово. Что за рыба? Щуки много, плотва, окуньки мелкие. Поэтому озеро рыбное, да. А так ничего такого стрельнуть, короче, не удалось. А прозрак? Щуку можно было брать, но щуку нельзя. Прозрак рабочий, классный, все классный здорово. Классный вообще. Не может для линька рано, а для карасей карасиков нет, например. Опять же, я говорил, мало травы. Вся рыба группирована возле камыша или травы какой-то. А трава подводная есть? Ну вот это бонусом было, что да. Самое отсюда не видно. Да. Казалось, что вообще порожняк какой-то. А нет, под водой ситуация казалась другой. Короче, охота классная, охота получилась. Мы вышли без рыбы, но, как говорят мудрые люди, охота это все, что до выстрела. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если понравилось, ставьте лайк. Всем пока. Каждый раз приезжаем, на водоеме какой-то мусор. И надоело как бы возмущаться. И вот решили, что когда будем уезжать с водоема, по возможности будем забирать с собой по пакетику мусора. Ведь собирать это долго и муторно как бы. А пакетик нетрудно, займет всего 5 минут, зато приятно. Это от резины рыбацкой, видимо. Да. Один мешочек наполнили, и то хватит. Да. Поэтому вот, все, теперь всем пока. Один снимал, другой собирал. Молодцы вместе, видишь?